Так, добрый день. Поселок городского типа Рахев. Новая точка под открытие. Наша торговая точка будет находиться в самом центре города. Центр города — это вот в ту сторону. Базар, откуда люди идут с той стороны. Хочу показать, в принципе, что рядом с нашей торговой точкой будет находиться. Значит, курица будет находиться. Наша ряба. Укрпошта. Ощадбанк с правой стороны. Мы идем сейчас в сторону центра и походу вам расскажу вообще, как бы, чем живет город. Значит, город не один из самых бедных. Город довольно густонаселенный. Приезжают сюда со всех сел на базар за вещами, за продуктами. В данном городе есть такая специфика: нету ни одного сетевого магазина, а именно АТБ, либо же там Рукавычка. Есть единственный супермаркет, это маркет Рахев. Есть мелкие сетевики, такие как Вацак, торты, пирожные, сладости. Есть там, вот как Ряба, да, есть там Родына Колбаска, такое сетевые магазины, которые занимаются мясом, салом, колбасой. Люди идут из центра, спальные районы. Как раз на нас получается. Есть такие гостинички небольшие. Очень много столовых здесь. Не знаю почему, но выборка везде есть. Везде хотят всех накормить. Рестораны, кафешки и так дальше. Магазин Ало. Наша торговая точка будет находиться вот центр, да. Все идут по этой улице. Пешеходный переход здесь. И мы будем находиться вот здесь. Вот здесь. За нами тоже пошла улица, жилой массив. За нашей торговой точкой будут находиться еще магазины, такие Львивянка, Взуття, Перукарня и Побутова химия. Вот примерно в таком закоулке стоит Вацак, только вот буквально метров 100-200 отсюда. Значит, к сожалению, торговую точку открыть пока не можем, закрыто. Сейчас ведутся переговоры по поводу ее аренды, ремонта. Арендодателя уговариваем, чтобы он сделал, а не мы ее делали. Немножко сниму трафик людей. Пешеходный переход. Идем на ту сторону. Посмотрим вид с другой стороны. На предмет вообще просматриваемости, рекламы и так дальше. Я думаю, что довольно неплохо видно с этой стороны. Тем более пешеходный переход, машины грузовые не будут стоять закрывать, как в данном случае. Видите, да, люди идут. Можем с рекламой что-то интересное придумать, привлечь клиентов. Поток с супермаркета Рафиковского. Эта сторона тоже магазина Ло, Водофон. Очень живая улица, вот движение такое идет в течение всего дня. То есть идет трафик людей. Одностороннее здесь движение машин. В принципе, в данном городе нас не знают, мы фирма новая для них. Знают нас по Косову, знают нас по Верховыне, это то, что города рядом. Знают нас хорошо по Мукачево, очень хорошо. Я думаю, что завоевать данный рынок нашим брендам не составит труда. Люди все эти путешествуют, видят наши бренды. Спасибо за внимание, хорошего дня.